Добрый день! Расскажу вам историю о курах. Жили-были две соседки. У каждой был дом, хозяйство. И у одной из них были шикарные декоративные куры. Вторая соседка очень завидовала первой и про нее вечно говорила какие-то гадости. Ой, что у нее и пух летит от этих шелковых китайских кур, и они квохчут слишком сильно, и на забор к ней прыгают. В общем, ничего ей не нравилось, и все она ругалась. Но потом однажды все-таки не выдержала и говорит своей соседке: «Слушай, дай мне одно яичко, пожалуйста». Она сказала: «Хорошо», и вынесла ей яичко, яйцо куриное. Та схватила это яйцо, бросилась, еще тепленькое, бросилась, положила под свою несушку. Та стала, значит, сидеть, высиживать это яйцо. Неделя проходит, две недели проходит, не вылупливается китайская шелковая кура. Что делать? Она говорит своей соседке: «Слушай, что за яйцо ты мне дала? Ничего из него не вылупливается». Она говорит, соседка отвечает: «Ну, и не вылупится. Почему? Так я же тебе дала вареное яйцо». «Как вареное? А почему вареное? Я же хотела сырое». «Ты не говорила, какое ты хотела яйцо». Мораль знаете какая? Не обижайте специалистов.